Ну, это, опять же, я повторяю, для условий северных. А в Эмиратах мы строим первую трассу, мы фактически повторили то, что мы сделали здесь, в эти технопарки, чтобы показать. Ну, это уже мы опробировали, мы даже могли быстро достаточно сделать, что струнный транспорт работает, и это произвело фурор уже. Это уже сколько у нас было демонстраций, сколько там и шейхов приезжало, и серьезных чиновников из разных стран, инвесторы, чтобы убедиться, да, работает в этих условиях. Поэтому эта тестовая трасса была скорее демонстрационная, а вот еще у нас там будут три линии построены, вторая, третья и четвертая, ну, они будут поэтапно, где мы демонстрируем уже то, что пойдет в серию в условиях Эмиратов. В первую очередь для тех проектов, которые уже у нас в работе в Эмиратах. Никто, ни один заказчик, ни один никогда не заключит контракт на сотни миллионов или миллиарды долларов, они же не идиоты, не убедившись в работоспособности системы в своей стране, в своих природно-климатических условиях, под теми нагрузками, которые там должны быть и так далее, с теми скоростями, какие должны быть и так далее. И поэтому это мы фактически делаем тестовые демонстрационные трассы уже под конкретные проекты в условиях тропиков. Если мы сейчас это не будем делать, то могу сказать, у нас не будет контракта. И тоже Siemens был контракт только потому, что он с Китаем, что они показали в Германии такую же трассу, которую потом построили в Китае. Не что-то похожее, не какую-то там модельку, а один в один. Это держание трассы, это комплекс, сложнейший комплекс. Там уже Форду было проще, он делал просто автомобили, или Боинг, ему проще, он просто делал самолет. А они что, создавали инфраструктуру? Тоже Форд что, мосты строил, проектировал, вот дороги проектировал и строил потом асфальтовые. Может, гаражи делал там, вокзалы, там, пассажирские станции. Вот он создавал автоматическую систему управления и много чего другого. Нет, просто делал машину, автомобиль. Так это маленькая часть комплекса, как и наш подвижной состав. Так мы там должны продемонстрировать весь комплекс, в том числе стрелочные переводы, в том числе депо, которое должно работать, в том числе там, где ремонтные мастерские, где должно все ремонтироваться. А как же без этого? То есть весь комплекс мы показываем, причем то, что пойдет потом в серию в адресные проекты. Поэтому это абсолютно неверное представление не очень умных и не очень образованных людей, которые думают, что мне делать больше нечего, я бегаю по миру, строю экотехнопарк. Все не так. Я создаю бизнес, очень серьезный, самый крупный за всю историю цивилизации. Если мы не сделаем эти шаги, этого бизнеса не будет. И тогда, да, в этом случае я тогда обману инвесторов. Бизнеса нет, а я обещал его создать. Поэтому я всего лишь выполняю свои обязательства. И поэтому это не значит, что мы и вот из Беларуси не работаем вот с этими вариантами путевых подвижного состава с заказчиками. Работаем, в том числе в странах Европы. И тоже я не буду называть даже страну. Очень близко у нас уже там тоже получение ряда контрактов. Причем проекты, на которые я еще выходил или предлагал лет 20 назад, ну, это никого тогда не интересовало. А что, картинки или ЗИЛ должен кого-то заинтересовать? Нет, естественно. Но если выходить и показывать iPhone в картинках и носить с собой мобильник в виде чемодана. Говорю, вот мы вот скоро вот iPhone выпускать, дайте нам там миллиард долларов на 30 заводов, и закажите сразу вот партию айфонов там на 1 100 000 долларов. Сразу, купите сразу там 100 тысяч штук, и потом продавайте, да? Ну, кто ж пойдет на это все? Это же очевидно, что это не произойдет. И в отличие, допустим, от айфона, где это законченный продукт, который весит там, я не знаю, сколько, 100-200 граммов, это маленький и стоит недорого. А теперь представьте, чтобы iPhone там весил, вот наша трасса,
Длина 100 километров, это будет, ну, наверное, 100 тысяч тонн металлоконструкции. Айфон, повторяю, грамм 100 весит, да? Ну, и цена будет не ты, там, не 500 долларов там, или 1000 долларов, а, ну, допустим, 500 миллионов долларов, миллиард. Надо же понимать разницу. Это же совершенно другая продукция, другой продукт. Их надо продавать по-другому. А не как зубную пасту или там, я знаю, очень модно. Вся реклама, в основном, половина на прокладках. Так, они, конечно, нужны, но их продать проще. И продается отдельному человеку, а мы не можем человеку продать комплекс, дорогу. Мы можем продать государству, министерству, крупной компании, которые имеют что-то деньги, которые умеют анализировать и умеют в том числе смотреть на риски. Если будет сырой продукт, не проработанный, не сертифицированный, не продемонстрированный и так далее, то есть риски, что ничто не заработает. И тогда у них будут проблемы, и они, естественно, не будут идти на вот... не будут выступать в качестве заказчиков вот на такой дорогостоящий продукт, как комплекс, транспортно-инфраструктурный комплекс. Поэтому еще раз повторяю, что у меня нет цели бегать по миру и строить экотехнопарки. Я вообще-то не бегаю, я работаю плодотворно в Эмиратах, где уже работает достаточно количество персонала. Это наш персонал, это то, что принадлежит группе компании Skyway. Сейчас мы там уже создали строительную компанию. Она есть и здесь, строительная компания наша в Беларуси. Ну и там тоже уже под те условия, которая уже начнет сейчас строить вот эти тестовые демонстрационные трассы в Шарже, получая опыт работы в этих условиях, а там условия совсем другие. Нельзя там на жаре 50 градусов работать на солнце, пример. Так, и кадры совсем другие, к ним даже подходы другие там, и так далее. Надо же этот опыт получать. Так, и мы получим этот опыт, и чтобы потом уже этими же кадрами и проектировать, и строить адресные проекты в Объединенных Арабских Эмиратах и в других странах Персидского залива, и не только там, но и в других странах, где подобные природно-климатические условия, то есть, ну, короче, в тропиках. Это и Африка, может быть, и Южная Америка, и Австралия, и Индия, и тоже юг Китая. Это много стран, с которыми мы тоже сейчас работаем. Ну, естественно, вот инновационный центр Skyway не просто где-то там в пустыне, а он на территории фактически, это территория американского университета в Шарже. Это их территория, правда, она вынесена за пределы вот самого университета, там это огромная территория, там больше квадратного километра, так, навскидку, 2-3, может быть, квадратных километра, где была пустыня. А потом сейчас там цветущие сады и огромное количество зданий, где учатся студенты, в том числе там и даже и преподаватели есть, и даже студенческий городок, и там даже преподаватели живут, тоже вот на этой территории есть у них. И это, ну, фактически не просто университет, а еще городок университетский, так? И там учится около 50 тысяч студентов. Для сравнения могу сказать, что это в 2 раза больше, чем в Белорусском государственном университете, в самом крупном университете в Беларуси. Там в 2 раза больше. Причем где-то там в одном из зданий фойе так висят флаги по кругу. Это из каких стран там учатся студенты? Я достаточно читал, потом сбился со счета. Больше 100 стран, короче. Белорусского флага там никто из Беларуси не учится. Поэтому и там, среди учредителей университета и попечительского совета, очень много известных людей со всего мира, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Поэтому называется Американский университет в Шарже.
Это такое знаковое место. Естественно, это способствует привлекательности технологий дисковые, потому что нам доверили самое такое знаковое место. И, кстати, это выбор его высочества шейха Шарджи. Вот есть технопарк, а он до этого уже был спроектирован, когда мы пришли туда. Он сказал, перепроектируйте и отдайте Skyway'у вот эту самую главную часть, когда там дорога идет к университету, чтобы, говорит, прямо вот рядом постройте, они там не на задворках, чтобы я ехал и видел красоту, и любовался Skyway'ем. Это слава шейх. Так. Это его был выбор. И они перепроектировали за свой счет, не за наш. Представляете, там всю территорию, это, наверное, там, я не знаю, гектаров, может, 200, если не больше. Нам выделили там, это тоже распоряжение было шейха, 28 гектаров земли. Но это процентов 10, наверное, поэтому там гектаров, наверное, 200 точно есть. И они полностью вынуждены были перепроектировать вот эту огромную территорию, где, в общем-то, планируется, что там будут работать сотни компаний инновационных, не только в Skyway, так? Поэтому вот даже вот этот вот подход, вот технология, вот она, вот будущее, да? Ну, это тоже говорит о том, что уже власти Эмиратов поддерживают нас, понимают это, какое будущее за технологиями Skyway, в том числе для их страны, да? И, естественно, и дают определенные преференции, потому что та земля, вообще-то, если рыночная вот стоимость ее покупать, ну, я думаю, она стоит не меньше 700 миллионов долларов под эти вот тестовые трассы, да? И нам дали на всю длину участка, но он там 2,8 километра длиной, поэтому вот на всю длину мы построим тестовую трассу. А все остальные уже компании, технологии будут за нами в этом технопарке. То есть мы самое видное место, это у нас, да? Это же говорит, наверное, о многом об отношении к нам. А они, как в Беларуси, нам не дали не продлить трассу до 20 километров. Хотя она, чтобы получить потом скорость 500 км в час, потому что, по мнению ряда чиновников, не буду называть их фамилии, птичек много погибнет, видимо-невидимо. Это ж как же, здесь же не вспомчиться. Да ж все. Как до этого там был министр науки, ну, представитель комитета по науке в свое время, когда Александр Григорьевич Лукашенко поддержал проект и дал поручение поддержать министрам. И вот мне, он сказал, его в своем кабинете сказал, через мой труп. Я же не понял. Так это ж когда, говорит, ваш юнибус поедет над лесом, все листья с деревьев падут. И в Беларуси нет одноразовых шприцов. А мы будем какой-то струнный транспорт финансировать через мой труп. Вот отношение чиновников местных и отношение чиновников, допустим, в Эмиратах. Оно абсолютно другое. И поэтому там в этом плане комфортно работать, понимая поддержку и заинтересованность на самом высоком уровне. Ну, еще место расположения, опять же, тестовых трасс и демонстрационных трасс тоже влияет на восприятие в мире и отношение в мире к этим технологиям. Я помню, как я, когда вез первую заявку на патент по струнному транспорту, из Германии поехали на машине через Францию в Швейцарию, в Женеву, там центр ВАИС, семейная организация транспортности, куда я подавал заявку, и наручным привез. Так меня вообще арестовали на границе Франции и Швейцарии как какого-то мафиози русского. Потому что там достаточно было, что я русский, хотя я не русский, а белорус, да. Ну вот, русский, ну все, мафия, значит, все, стоп. И начали там это. И потом, когда в конце концов разобрались, что мы просто ведем заявку, отпустили. Но все равно, когда мы разговаривали уже с пограничниками, которые вот как раз нас задержали, откуда мы, что мы. Когда сказал, что ну, я из Минска, он говорит, а где это? А человек с высшим образованием, офицер, это не просто. Он говорит, а где это? Ну как где? Это же столица Белоруссии. Беларусь?
А, говорит, это Сибирь, это за Уралом. Да, говорит, я знаю. Представляете, какое мнение о Беларуси, где наши тестовые трассы, а у многих в мире, да? И на этом фоне, допустим, Дубай. Ну, наверное, все знают, что такое Дубай во всем мире. Там такое, да, небоскребы, пальмы, эти вот отели, офисы мировые, в том числе. И множество компаний там работают, да, известных всему миру. И вот отношение, где мы демонстрируем вот к этому, тоже очень важно. И, естественно, многие даже не хотят ехать в Беларусь. Многие из серьезных инвесторов крупных, зарубежных, я имею в виду, многие чиновники не хотят сюда ехать. Нет, говорит, что мы туда поедем, за Урал, в Сибирь? Ты лучше здесь покажите, тогда мы, может, купим, да? И поэтому вот место, оно стратегически верно было выбрано. Эмираты. А уже Шарджа, Дубай, Абу-Даби, это уже не столь важно, это все равно одна страна. И место такое знаковое, куда едут с удовольствием инвесторы со всего мира, заказчики со всего мира. Это вообще на самом высоком уровне. И как подтверждение, когда был саммит мирового правительства, так называемого, в Дубае, это, да, это был прошлый год, весной. И там, где со всего мира съехались правительства многих стран, так, на этот саммит, было всего представлено вживую две инновации. Skyway и электромобиль компании Jaguar. Всего две инновации было. У нас было две машины, Unicar и Unibike, а у них стояла одна машина. Вот все инновации мира были там представлены. Да? И все, кто там был, естественно, это увидели. И, соответственно, сформировано определенное мнение и отношение к Skyway. Так? Это очень, тоже очень важно. И поэтому мы участвуем в Экспо-2020, который, к сожалению, из-за коронавируса перенесено, да? Ну, это уже не наша вина, что так, пандемия возникла, так? И перенесли сроки. Поэтому, ну, в любом случае, в следующем году будет, мы тоже будем участвовать. И более того, мы уже можем до Экспо, я не знаю, так оно останется 2020, либо 2021, но уже не важно, мы можем до еще открытия вот этого Экспо уже продемонстрировать работающие системы в Шарже, в инновационном центре Skyway, в технопарке Американского университета в Шарже, работающие системы, которые уже к тому времени будут сертифицированы. Это в следующем году. И мы сделаем фактически еще один выставочный комплекс рядом вот с Экспо. И это тоже место знаковое. Это, естественно, продвинет проект и увеличит количество заказов и продвинет проект на рынок, мировой рынок. Star Club. Возможности безграничны.